Далее спишем 1 метр номенклатурной позиции товар номер 3 на финансовый результат. Заходим в склад и доставка, внутренние документы. Создадим новый документ «Внутреннее потребление товаров, списание на расходы». Организация «Оптом.СК», подразделение «Администрация», склад «Оптовый ордерный». Заполним табличную часть товаров. Это у нас товар в бухтах, товар номер 3. 1 метр. Введем новую статью списания. Назовем ее «Прочее на финансовый результат». Соответственно, тип расходов у нас будет «Прочие операционные и внереализационные расходы». Распределить в регалучете на финансовый результат пропорционально выручке от продаж. Тип аналитики пусть будет «Организация». Запишем статью расходов «Аналитика Оптом.СК» и проведем документ. Товар мы списали, но теперь нужно его отгрузить от склада. Склад и доставка, рабочее место отгрузка. Создадим ордер по распоряжению. Статус к отбору. Проведем расходный ордер на товары и введем на основании документ «Отбор размещения товаров». Как мы видим, не все товары у нас отобрались автоматически из ячеек. Давайте зайдем в склад и доставка, отчет по складу. Сформируем отчет движения товаров на адресных складах. Но прежде установим отбор по нашему складу оптовый ордерный и немножко поменяем структуру отчета. Для этого перейдем в расширенный вид. На вкладке «Структура» сделаем следующую структуру. Сначала пусть идет адрес, а потом номенклатура с характеристикой и серией. И как мы видим, что у нас в ячейке 1.1.3 осталось 0.5 метров. И как раз в ячейке 1.1.2.1 тоже осталось 0.5 метров. Единственное, что мы здесь напутали сериями, так как в прочих отборах размещениях мы указывали, какие попало серии, а надо было указывать определенную серию, которая лежит в этих ячейках. Ну, на реальном экзамене, если останется время, есть смысл, наверное, пройтись по всем отборам размещения и проставить правильную серию. Ну а сейчас мы видим, что 0,5 метра у нас отобрались правильно из ячейки, все единички, тройка. И еще у нас есть полметра в ячейке 1.1.2.1. Укажем эту ячейку и укажем единицу измерения метр. Проведем отбор размещения в статусе в работе. Переведем в статус «Выполнено без ошибок» и нужно указать серию. Ну, наверное, имеет смысл указать сразу правильную серию, то есть серия 2. Но давайте добьем, скажем так, пересортицу, указав серию номер 10. Для первой позиции и аналогично для второй. Проводим отбор размещения товаров. Обновим отчет. И мы видим, что обе ячейки у нас списались в ноль. Правда, с 10 бухтой, да? Такого быть не может. У нас бухта цельная, она лежит в одной ячейке. Но опять-таки повторюсь, что если на экзамене останется время, есть смысл это исправить. Либо же заранее указывать правильную серию, правильную бухту. Ну а данный отчет мы сохраним. И добавим в избранное. Расходный ордер на товары проводим в статусе «Отгружен». На этом операции по списанию номенклатурной позиции завершены.